Вы смотрите новости онлайн. В программе Андрей Малахов «Прямой эфир» снова обсудили нашумевшую историю, произошедшую в Ульяновской области в 2016 году. На этот раз Сергей Семенов не присутствовал на съемках. Как выяснилось, молодой человек теперь носит электронный браслет на ноге. Житель Ульяновской области Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной, рассказал в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» об условиях досрочного освобождения. Как выяснилось, молодой человек обязан теперь ходить с электронным браслетом на ноге. Семенову запретили покидать родной дом в поселке Новочеремшанск в Ульяновской области больше, чем на 25 километров, а также гулять после 22 часов. Как только Сергей сможет уехать, он собирается отправиться в другой город. Это должно произойти через полтора года. Семенов ознакомился с эфиром передачи «Пусть говорят», в которой Диана Шурыгина эмоционально отреагировала на его освобождение. Молодой человек продолжает отрицать свою вину. Близкие Семенова не ожидали, что его свободу передвижения ограничат, но со временем смирились с этой мерой, предусмотренной законом. Жизнь молодого человека значительно осложнилась. Семенов забрал из тюрьмы письма, которые ему писали из разных городов и стран. Получилось два увесистых мешка. «За все время я не получил ни одного плохого письма. Хотел бы всех поблагодарить», – поделился молодой человек. В студии появились и другие участники нашумевших событий, произошедших в марте 2016 года, когда Шурыгину изнасиловали. Другая участница резонансной вечеринки Анастасия Кулакевич не понимает, почему Диана вообще тогда поехала с ними. Актриса Александра Холошина считает, что Сергея Семенова нужно отправить обратно за решетку. Она начала сбор подписей, чтобы молодого человека вернули в тюрьму. Павел Пятницкий, присутствовавший в числе экспертов передачи, напомнил окружающим о сомнительном прошлом молодой женщины. Сам Семенов, вышедший на связь по скайпу, заявил, что не воспринимает ее слова серьезно. Мама молодого человека призналась, что не видит смысла дискутировать с Холошиной. В финале программы ведущий Андрей Малахов добавил, что лично знает мужа Дианы Андрея Шлянина. Он все-таки как-то ее сдерживает, поделился тележурналист. Она попала в нормальные руки. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!